связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 8-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, на нулевой продольной магистрали временно ограничат движение транспорта. Также изменится схема движения автобусов номер 35 и 98. На время подготовки и проведения митинга-концерта, а также для обеспечения безопасности участников акции и зрителей, введен пешеходный режим на участке нулевой продольной магистрали в границах от улицы Калинина до улицы Комсомольской, а также на парковочных площадках исторического парка «Россия. Моя история». Ограничение движения будет действовать до 17:00 сегодняшнего дня. Временно изменена схема движения автобусного маршрута номер 35. Конечной остановкой станет разворотное кольцо рядом с детским центром. Вспомогательный маршрут номер 98 на период мероприятия также изменит схему движения. На участке улицы Краснознаменская, проспект имени Ленина, автобусы будут двигаться без заезда к Волгоградскому речному вокзалу. Для информирования водителей выставлены соответствующие дорожные знаки.